Случайно или в преддверии выборов район захлестнула череда положительных эмоций. Не стало исключением и поселение Ельдигинское. Я от всей души поздравляю всех с таким замечательным событием на территории сельского поселения Ельдигинское. Сегодня открывается замечательный, очень уютный, просторный детский сад. Детский сад «Воробушек» под номером 68 стал вторым в поселении, ровно через 45 лет после открытия первого, который теперь явно ни в какое сравнение не идет с новым зданием. От компании «Русстройгрупп». Физкультурный зал, кабинеты психолога, методиста, музыкальный, спортивный залы, бассейн и тренерское помещение встретят 120 воспитанников. Уверен, что деткам, которые будут ходить в этот детский сад, здесь не просто понравится, а для них этот детский сад станет вторым домом, где они научатся делать первые шаги в жизнь, научатся читать, считать и подчерпнут много-много мудрости от своих преподавателей и воспитателей. Поздравить новоселов приехали приглашенные гости и главы поселений района. Город Пушкино представлял Сергей Гулин. По случаю открытия преподнесли подарок. От всей души вас поздравляем. И небольшой подарок от всех глав вашему прекрасному дому. Заведующие детским садом, кто? Можно вас сюда, на эту импровизированную сцену? На память ваза красивая, напольная.